Всем настоящий бойцовский респект, вы на территории ММА. На подходе второй выпуск про громкие разборки и скандалы в мире казахстанских смешанных единоборств. Сегодня я расскажу о нескольких громких поединках, которые вызвали ураган эмоций и даже негодования. Ссылка на первый выпуск будет в описании. Албас Таймас. В 2020 году в Алматы на турнире Бушидо состоялась гран-при KOK по кикбоксингу в легкой весовой категории. В финальной схватке сошлись 21-летний казахстанец Жанибек Канатбаев и опытный файтер из Узбекистана Бабиржон Тагаев. Гран-при проходило в один день, и спортсмены уже провели по два поединка. У Тагаева была опасная сечка, но он совершенно не обращал на нее внимания. Финал начался без разведки, жестко и бескомпромиссно бойцы шли вперед. Силовые размены, клинчи, колени, в ход шло все. Вторая трехминутка была не менее зрелищной. Тагаев надеялся на свою левую и работал сериями, а Канатбаев выбрасывал столько ударов, что было непонятно, откуда он берет силы. В третьем раунде узбекский спортсмен пошел ва-банк. Канатбаев не отступал и тоже был готов отдать все силы для победы. Зрители наблюдают не отрываясь. Градус напряжения зашкаливает, поединок заканчивается и все ждут финального результата. Раздельное решение судей в пользу Тагаева, но с этим не согласен президент Бушидо Казахстан Асхат Ербулатов. Боковые все судьи были из Узбекистана, поэтому я не согласен, правильно? Если вы не правильный, поэтому не пойдет. Но если вы решили наоборот, обратно, пожалуйста. Если вам согласны, давайте поведите вместе. Экстра раунд. Назначается экстра раунд, но команда Тагаева уходит, выразив несогласие. Это отказ от продолжения боя. Победитель гран-при KOK Жанибек Канатбаев. Декабрь 2017 года, турнир ACB 77 в Москве. Второй поединок Армана Аспанова против Алексея Полпудникова. Четырьмя годами ранее Сункар нокаутировал россиянина, и вот у последнего возможность взять реванш. В первом раунде Полпудников попер вперед. Аспанов работал в своем стиле вторым номером. Провел тейкдаун, далее контроль в партере. Соперник проявил активность только в концовке, но это попадание было очень опасным. Вторые 5 минут боя могут смело претендовать на попадание в топ лучших раундов лиги. Рубка была знатная. Если вы смотрели этот поединок в прямом эфире, то ставьте лайк. Спанов срубил Полпудникова, но добить не сумел. Вымахался и просел физически. Россиянин контролирует концовку. Третий раунд получился тактическим. Видно было, что оба спортсмена устали. Алексей шел вперед, но без ударов. За 3,5 минуты до окончания поединка Аспанов переводит оппонента вниз и уже не позволяет ему подняться. Активности хватает для того, чтобы Хёрбдин не менял ситуацию, а физики хватает, чтобы соперник не смог подняться. Вердикт судей более чем неожиданный. Победа Полпудникова раздельным решением. Пиздец нахуй, блядь! Алексей освистывает после боя, а затем в октагон выходит президент лиги Майрбек Хасиев. Я считаю, что победил Арман Аспанов. Декабрь 2020 года. Турнир AMC Fight Nights 99 в Москве. Муратбек Касымбай против Мухаммада Хайбати. Персидский дагестанец набирает популярность, а Муратбек после двух поражений выходит на замену, в очередной раз спасая лигу Камила Гаджиева. Только в сентябре Касымбай дрался против чемпиона Мухаммада Эминова, и вот снова битва. Казахстанец – классно обученный грэпплер, силен в партере. Он даже не готовился к этому противостоянию, но переводить соперника не планирует. Как терминатор, Касымбай идет вперед, и принимая удары, он отвечает еще яростнее. Вторые 5 минут казахстанец люто прессингует. Он атакует, держит удар и психологически давит соперника. Кайбати тоже прилично попадает, но Муратбек словно камень. Начало третьего раунда. Касымбай продолжает наседать. На третьей минуте проводит первый в этом противостоянии тейкдаун. Перс поднимается за 90 секунд до финиша. Перестрелка в концовке. Решение судей спорное. Единогласно Хайбати. Муратбек расстроен.
Жасулан готов наказать обидчика, но изменить уже ничего нельзя. Товарищ корреспондент, всего доброго! Обидное поражение, но на следующий день Касымбай просыпается звездой. Следующий бой также проходил в лиге AMC Fight Nights. Жалгас Жумагулов, Алиба Гаудинов. Октябрь 2019 года, Сочи. Действующий чемпион Жалгас Жумагулов проводит защиту против Багаутинова-старшего. Двумя годами ранее Жако побеждал Артура Багаутинова, младшего брата Али. Мотивация у российского бойца запредельная. К тому же в одном из интервью он обронил фразу, что должен переехать казаха. На дуэли взглядов Жумагулов спокоен и уверен в себе. 5 тяжелых раундов и запредельная атмосфера. К тому же несколькими часами ранее близкий друг Жако Сергей Морозов выигрывает чемпионский пояс М1 Global в Астане и в прямом эфире передает эстафету Жалгасу. Сегодня у него предстоит защита пояса против Алиба Гаудинова. Жако, топи, мы это сделали дома! После гонга об окончании поединка в клетке суета. Впечатление такое, что массового побоища не избежать, но ситуация выравнивается. Загорский после большой паузы объявляет: раздельным решением победа Жумагулова. Сентябрь 2020 года. Артем Резников, Юсуф Раисов. Старт конфликта зафиксирован в марте того же года. Резников после победы над Хамзатом Аушевым бросил вызов Раисову. Юсуф Раисов, хватит драться с бразильцами! Показалось, что Борс проигнорировал слова Артема, но затем вызов принял. Бойцы довольно резко высказывались в адрес друг друга, и стардаун на ICA-111 подтвердил, что все серьезно. Резников шел андердогом, и верили в его победу только казахстанские болельщики. Бой стал громким и оправдал все свои ожидания. Резников переиграл соперника и победил раздельным решением. Артём Резников! Казахстан! Ноябрь 2014 год. Шавкат Рахмонов против бразильца Маркуса Винисиуса. Второй профессиональный поединок Шавкат Рахмонова и главный бой вечера на турнире «Битва намадов 2». После остановки схватки в ринг выскакивает угловой бразильца и начинает упорно жестикулировать и спорить. Это была его ошибка, и чуть позже я это докажу. Кстати, в тот вечер в Алматы также бился Идамир Исмагулов. Ссылку на этот поединок оставлю в описании. Фамилии Исмагулов и Рахмонов тогда знали по большому счету только специалисты. Это сейчас трудно представить, что спортсмены могут выступить в Алматы в одном карде. Но 9 лет назад это было фактом. Бразилец на тот момент имел рекорд 10-7 и был опытнее казахстанца. Бой начал без разведки, удары ногами и попытка перевести в борьбу. Шавкат не позволил это сделать, и после отмашки рефери соперники яростно пошли вперед. Винисиус сумел провести тейкдаун, поднялся, бросился добивать, но Рахмонов лишил соперника пространства. Бразилец, поверив в себя, снова попер. Шавкат, готовый к такому повороту, наказал по встречке. Маркус свалился на канвас и постарался спастись навыками джиу-джитсу. Намад, не замечая этого, вколачивал голову соперника в настил, и Винисиус сполна прочувствовал силу казахстанца. А теперь внимание! Посмотрите! Рефери остановил бой и очень вовремя. За мгновение до этого, после удара Шавката, руки бразильца обвисли, как и он сам. А дальше видно, что ему трудно встать, так как он в нокауте. Когда Маркус все-таки поднимается, то с трудом удерживает равновесие и ноги его заплетаются. Профессиональная работа рефери и вторая досрочная победа в профессиональной карьере Шавката Рахмонова. Что ты говоришь, я не понимаю. Что? Что, глухой что ли? Что ты не слышишь, что ли? На этом буду заканчивать. Напишите в комментариях, понравился ли вам выпуск и про какой скандальный бой я не рассказал. Жду от вас чемпионский лайк и подписку. Ссылка на Телеграм и Инстаграм в описании. Там новости публикуются ежедневно. И помните, в любое время добро пожаловать на нашу территорию. Территорию ММА.
Пока нам есть что сказать, будем говорить это и не намерены молчать. Слышь, пока нам есть что сказать, будем говорить это, твое право осуждать. Слышь, пока нам есть что сказать, будем говорить это и не намерены молчать. Слышь, пока нам есть что сказать, будем говорить это.